Так, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Занепа. Добро пожаловать на пятую серию по Сталкеру 2. В прошлой серии мы собирались пойти... пойти вот в это место, скажем так. Что оно называется, кстати? Тайник Барыги у нас тут находится, короче, как оно называется? А фиг его знает, короче, завод какой-то, да? Эти журнал почитаю. Сфера называется, короче. 2765 пароль. 2765. 2765. Короче, погнали. И здесь явно что-то обитает, да? Ох ты ж. Что такое? Давайте отстреляем их. Шканы какие-то. Шканы переростки. Попадать бы еще по ним. Шканам. Еще один готов. Так, этому не хватило. И этому не хватило. Короче, надо, чтобы все, блин, чтобы прям все дробины в них залетали бы. Палки. Сколько там еще? 4 осталось. Еще готов. Так. А дроп постепенно заканчивается, да? Ребят, ну вы как-то давайте уменьшайтесь. То, знаете, тут пули, они на вес золота. Давайте, давайте, давайте. Порезче. И что? Они там все забились в угол или что? Давайте, короче, сейф. И трубы просто позалазили, и все. Мне же сюда в любом случае спускаться, да? Так, ладно, еще минус один. Если начнут атаковать, будет легче, по идее. Ну, их там пару штук осталось, так что я думаю, в упор их можно будет отстрелять. Где вы там? Ну, вы же были тут. Я же видел. Они, походу, все туда ускакали. Ладно, давай-ка я здесь пока осмотрюсь, может, еще каких патронов найду. Знаете, музычка такая, это фоновая, напоминает, как будто бы я в Doom играю. Похоже очень. КД. КД. Сейф. Ну, а там один жмых остался. Я вообще такой, что подошел поближе к нему. Слышите стрельбу? Так, повис. 8 пуль осталось. Это мы только сюда проникнули. А если кто-нибудь кровосися выскочит? Или что покрупнее? Как мне с ним справляться? Это тебе мне потом сюда придется идти, да? Ладно, сейчас разберемся. Ч
ничего ценного не положили. Ладно, идем дальше. В ящиках нету ничего. Нету. Увы. Сейф. Надеюсь, это просто паутина, а не жгучий мох какой-нибудь там. Что у нас тут? А вот ничего. Коньячков тоже там вроде нету. Давай-ка здесь посмотрим. Вот здесь прям что-то положили. Что там? Патрики, ПСТ. Слушай, а может вернуться там эти ящики поразбивать? Я просто знаю, тут не все ящики бьются. Да, это фигня, это не жгучий. Ух. Да давай поразбиваю, там попробую потыкаться. Просто вроде одни ящики режешь, они не режут. Это типа вроде этого. Это не режется. Это не режется. Это тоже не режется. Уже не знаешь, что резать. Ладно, пошли дальше. После я вернуться, походу. Кстати, сколько мне интересно патронов на этот, на ПМ, на МП5? Так, на тебя 22 дополнительных. На тебя... Ой, на тебя хватает. Тебя хватает. Это на пепель, да? Угу. Ладно. Пошли дальше. Здесь же ничего. Я вам смотрю, какой-то ящик лежит. Спалили, что ли, или что? Так, ну-ка, давай-ка пускай этот индикатор исчезнет. Сейф. А вы кто, пацаны? Я понял. Доброжелательно они не настроены. И да, возьми МПшку, блин, пожалуйста. Так, а бинтик у меня там на какую? F1 зажимаю. ДД. Есть еще? Есть. Это с двух сторон. А слева по мне кто-то кидал. Ладно, не важно. Минус один. А тут же есть еще один, да? Вот он.
Слушай, приятель, сколько тебе надо? Добить? Цель добит. Что-то мало, конечно, эффекта эти патроны на них. Ну давай, где ты там? Высовывайся, давай. Так, ну вроде все, да? Вроде все. Пошли смотреть. Калашисты. Так. Твой калашников я, походу, собрал уже, да? Окей, пошли смотреть твоих приятелей. Гранатка. Калашик. Газопас они таскают, походу, только один патрон, я не знаю. Как-то это, конечно, такое все, ребята. Я бы сказал бы нище. Но эти не бьются, я считаю, окей, я понял. ПСФ. Там ничего нету. Давайте посмотрим, что мы там залутали. Это зарядить, выбросить. Ну, красный мы. Ну, так и будем делать. Разрядить, выбросить. Сколько на МПшку? Половину почти боезапасов потратили. Окей, на калашников. На калашников теперь есть у нас. Это я не спорю. Ну давай еще хлебушком закушаю. Чуть подхилит нас. И тут у нас что, выход есть? Выхода нету. Ну окей, погнали. Дробина. Опа. Компес какой-то. Ну-ка, дай-ка заценить. Ну слушай, ну в разы получше нашего. Давай, короче, меняем. Это на продажу пойдет в любом случае. Сейф. А, помню эту сцену из трейлеров. Эй, быдло, пушку кинул? Да ну. Кто ты, бля, такий? Кому ты Германа сдал? Ха! Ну нихера собі, Вась! Залетів на військову базу, підняв шухер і питаннячки якісь мені ставиш? Бля, мочканути в тебе тут і все. Чуєш, а ти цю штуку давно чистив? ПМ без догляду часто клинить. Ну, я фартовий. А у всіх фартових батони горять. Що? О, з коліна йому там прям. На сягу треба було, зразу.
мій довбаний сканер. ПМ ж часто клинить без догляду. Таке я фартовий. Смішно. Бля! Чуєш, я ніхто. Просто наношу аномалії на мапу. Звісно, я продаю на стороні таким, як ти. Але це все. Нестор займається сканерами. Нестор? Де він? Маєш ним базарити. Бугор смітника. Здорова купа сміття. Не прогавиш. Не пі... Грьобаний батон. Дякую, Вася. Нестор, на північ від залістя. Погодь, вас що, накрили? Слухай, я називав Германа. Я, звісно, зливав людей. Але вас не встиг. Ну ти, блін, звісно. Батон свой потом даешь. Так, у тебя ж тут ничего такого не валяется. Схемки, микросхемки только, да? Я знаю, ты весь болит. Давай, заходи тогда, если ты знаешь все. Тебя тут нету. Нифига себе, ты живучий. Дядька, как так вообще? Надо мне, походу, билд перенастроить. Знает он там все. Надо калашников, походу, брать. Их, походу, МП5 сразу не торкает. Еще, а это лампа. Ну давай, берем калаш. Так, ну прям очень в хорошем состоянии. Я, конечно, его разрежу, чтобы было. А что это, типа, увеличенный магазин или что? Да, магазин сили 12 стал. Слушайте, Ксюха, это как там? 5.56, 5.45 на 39. Солдат Гусейнов. А у тебя Гусейнов, где твой автомат? Автомата нету? Ну и гуляй тогда. Так, я еще батончика захаваю. Надо же как-то его расходовать тоже. И еще батончика. Сейчас откушаюсь. 3 батона за раз. Заметил. А как ты меня заметил? Типа услышал? Живучий. Так, не-не-не-не-не. Иван, попей водички. И давай, короче, бинтиком. Обмажемся.
Надеюсь, там сейчас больше никого не выскочит. Пустой ящик получается. Получается пустой. Ладно, патрики появились. Можно идти дальше. Почему недоступно? Разрядить, выбросить, разрядить, выбросить, разрядить. Ну, я бы не сказал бы, что я тут прям сильно окупился. Батоном закушаю. Ну, патронов, короче, в этой серии игры они как-то дают прям не очень, так прям много. Надо закупаться на базе, причем закупаться хорошо так. Потому что с противников особо не залутаешь. А все они, блин, толстые. Ну, реально толстые. Давай. Идет. Смотри. Это просто интересно, гранату. Фиговая. Нифига себе, она бьет. Ладно. Странно. Я шум прям под ногу кинул. Как она мне тут задела, моя граната собственная? Она ее откинула. Как это вообще сработало? Короче, с гранатами мы теперь не балуемся. Мы эти гранаты будем там закидывать в такие места, где... Это реально надо. Ну что, поехали дальше? А, ну да, ну да, ну да. Мог забыть. Подгрузочки, загрузочки. Давай, 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 соображай быстрее. Я, ну ты видел, видел. Давай, погнали. Не-не-не, давай-ка. Там еще один замыкался. Почему ж меня тянет все время? Да и два-то нажать. Thank you.
Блин. Конечно, хоть нормальное состояние было, что ты клинишь. Пуль становится все меньше. Какой-то еще один костюмчик подобрали, дай-ка глянуть. Интересно. Что за он? Радиозащита побольше, физическая защита побольше. Интересно, конечно, но... Не, ну у него прям выше радиозащита. И физическая защита. В принципе, остальные мне, наверное, не так нужны. Я бы, наверное, его бы одел бы. Так, еще тушенкой закушаем. Тушеночка так побольше хилит. Чуть-чуть, но побольше. Так. Ты это типа с намеком, что типа попробуй сюда попади еще, да? А волтинг? Волтинг есть? Перелезть можешь? Или мне с трупа сюда прыгать? Я понял. Допрыгнем, значит, с труп. Что за звуки? Казалось, наверное. А ты ж ломаешься или нет? И не ломаются. Калашников, у тебя там был хоть какой? Нету калаша, я под тобой. Вот он. Каким-то чудом твой Калашников тут оказался. Окей, давай. Я сохранился. Если у нас отсюда не получится выбраться. Ну вот теперь патриков чуть больше стало. Просто посмотрел, мало ли дверь можно открыть с этой стороны. Сейв. Еще покушать. Там еще стоят, ну тогда это типа военные базы. Ну, они, короче, тут окружили со всех сторон. Все, меня спалили. Так, ладно, пока мы тут... Да не. Вот это давай, винт. Все меня слышали?
Сигналка, по идее, работает. Без патронов, надо менять оружие. МПшку, что ли, опять взять? Давай пока двухстволка их пощелкаем. Все, хватило с тебя. Разрядить. Слушай, ну мы на гранатах тут разбогатеем, я тебе скажу так. Давай в вторую сторону осмотрю. Здание. Разрядить, выбросить. Разрядить. Перезарядить. А где второй? А вот второй душ, баня. Хедшот. Слушай, ну вас там прям много. Давайте лучше вы ко мне. Не я к вам. Ладно, убили. Одному по одному, пожалуйста. Что там, 55 минут. Заходить будем. Я так сейчас все патроны на них потрачу тут. Ну что у нас тут? Ловка у них тут явно была. В столовке есть еда. В столовке нет еды. Я понял. Хедшот. Вот. Отступить. Сохранить.
хильнуться. Сохраниться. Ну да, хэдшот они тут с первого могут. Еще минус один. Патроны заканчиваются. Средний магазин. Прямо метка. Купить. Отлично. А, у меня еще другие боеприпасы есть. Этого же типа. 9 на 18, по-моему. Не-не-не-не, гранату давай не надо. Однажды одной гранаты хватило. Это мои собственные, но... Ну давай, ты ж последний остался, да? Где там? Веди, чтобы жить. Что за серверная у вас? Ладно, народ, мне на самом деле, мне просто пора уже на работу идти, собираться. Вот. Ну, а с вами был Зазепа. Собственно говоря, всего вам хорошего. Так, ну ладно, этих молочков все-таки надо угостить уже до конца. Блин, откуда у вас столько? 2 патрона осталось. У меня есть дробь. Почему вы внутрь не заходитесь? Не заходите, вот такие стесняшки, блин, или что? Ладно, с вами был Зазепа. Лайк, подписка, увидимся в следующей серии. Всем пока.